Голосование среди школьников пройдет в московских школах в день выборов президента России. Как сказала в эфире «Радио 1» председатель избирательной комиссии в Московской области Ирина Коновалова, это покажет будущим избирателям, что выборы посредством интернет-голосования возможны, а вот сфальсифицировать результаты нереально. Школьный референдум будет проведен на территории Московской области с помощью комплекса для интернет-голосования «Народная Вечь». Его создатели уверены, что благодаря прозрачности через 50 лет технология блокчейн может полностью заменить избирательные комиссии.